Утро мое сегодня началось с новопосита. Мы пришли поддержать нашу прекрасную семью. Я поддержу Надю. Мое утро началось не с новопосита, у меня началось утро с валерьянки. Я их лечу косметолог. Сегодня наши девушки такие лучезарные. Ожидается достаточно много костей. Да? Я пришла поддержать свою подругу. От этого концерта я ожидаю еще большего прилива энергии. Вдохновиться прекрасной музыкой. Получить невероятные эмоции. Увидеть сказку вновь. При описании было упомянуто про свечи, это было ключевое. А я любитель, ценитель классической музыки. Я занимаюсь Надеждой уже больше года, и это мой третий концерт. Естественно, ученики должны показать себя еще. Вот концерт как раз это отличный стимул сделать какой-то шаг вперед, шаг дальше, чтобы выйти на новый уровень. Я не знаю, как описать, я очень люблю Надежду. Мой преподаватель. Все в жизни движется и меняется, но пусть любовь людей к музыке будет бесконечна. Бесконечно, они просто поражают всех, кто играет, удивляют также наши преподаватели. Огромная им благодарность. Сейчас, конечно, уровень чуть повысился, программа посерьезнее, и ожидания, соответственно, тоже уже маленько другие. Нет предела совершенства, всегда есть к чему стремиться, ну, туда мы и будем стремиться. Поддержать тату. О, вот она! Нервничаю немножко. Немножко волнуется, конечно. На самом деле я помню этот момент, он случился, как ни странно, ночью, я как-то не могла уснуть, потому что давно уже держала в голове, что нужно начать заниматься фортепиано, и вот как-то в эту ночь, видимо, звезды сошлись. Thank you.
моя цель, во-первых, порадовать своих близких своими успехами. Во-вторых, показать себя. Мы подготовили вам небольшой сюрприз. Решили, а давай сделаем так, что свечи зажгут сами ученики. Мы зажгем вместе наш концерт. Очень все зашло. Я получила мурашки. Я прям всем сердцем проникла. Настолько все было изящно, деликатно, нежно. Вы испытали эйфорию, счастье, погрузились в прекрасный музыкальный мир. Мы вас благодарим и ждем на наши новые концерты. До свидания, до новых встреч!